карта острова. Странно выглядит. Похоже на жирафа. И вот это вот, что это такое? На что это похоже? Мороженое? Всем привет, друзья! Сегодня мы стоим на острове Ocean Cay. Это личный остров MSC на Багамах. Шикарная погода, шикарный вид на океан. И бомбезное настроение. My friends, I need your honest answers. What do you think about Ocean Cay? What do you think, Sasha? Beautiful island. He's lying. Just honest. It's a beautiful island. Very small though. I was expecting it to be a little bit bigger. But we work for the company, so we're not allowed to say that. So it's beautiful. So, will you choose this island for your vacation? Would you choose your good question. A very good question. Sasha, would you? Yes, of course. Honest. I wanna see another Bagamas because we are working here, so all the time we see this island. So maybe why not? Why not? Yeah. You have to visit. I agree with Sasha because you see it all the time. Sure. I wouldn't want to. No. Yeah. Здесь живут рабочий персонал острова, те, кто работает на острове. Сейчас мы направляемся на пляж для экипажа. Hello guys, how are you? Hola. A miracle. Drill, no. Jody, oh. The beach. Hey, full beach. Eagle. It's too hot. Hello. This is our dancers from Colombia. Great dancers. Валера, привет. О, Джани, привет. Валера, танцор наш из театра. Джани, пианист, музыкант. Шикарный музыкант. Это наш пляж для экипажа, для кру. Джани из Узбекистана. Джани, скажи, пожалуйста, как тебе Ocean Cay? Расскажи. Ocean Cay хорошо. Это кокосы можно есть. Ночью. Да, это правда. Пока ночью пока никто не видит, да. Но сегодня тихо. Сегодня волн нет, сегодня отлив, воды мало. Отлично. Вот, ветра нет. Шикарная погода. Хорошо, да. Очень жарко, честно говоря. Выбрал бы ты этот пляж, точнее, этот остров, ты бы выбрал для отпуска своего? Нет. Честный ответ.
уважаю. Сниму кепки, которые намочу. Атлантический океан, Багамы, кайф просто. Разговаривать можно? Можно, конечно, только не материться. Бери, раз уж на Багамах, бери. Погружение. Акул пока не видели, но уже двух скатов засняли. Итак, друзья, сегодня мы пришвартовались к острову Ocean Cay. Это Багамы. Он расположен в 20 милях к югу от круизного порта острова Бимини. Ocean Cay – это искусственный остров. Он был построен путем дноуглубительных работ в конце 60-х. И был использован для добычи арагонитового песка в различных промышленных целях. Только представьте себе, здесь была промышленная свалка, и сюда сбрасывался весь мусор с Багамских островов. Но компания MSC увидела в нем огромный потенциал, и риф был преобразован в частный остров под названием Ocean Cay MSC Marine Reserve для MSC круизов. И теперь с 2019 года это райское местечко посещают туристы на круизных лайнерах MSC. А теперь сам себе задам вопрос. Провел бы я здесь свой отпуск? Ответ – нет. И не потому, что я разбалован путешествиями. Я предпочитаю свободу. А это частный остров. Здесь достаточно ограничений. Это внутренний пляж на острове. Он огорожен сетями с двух сторон, чтобы акулы не заплывали внутрь. Эти сети – препятствия для акул. Что бы ни происходило, я рад тому, что живу на этом свете. Мы все живем в тяжелые, но великие времена. И являемся свидетелями необратимых перемен. Все, что мы делаем или не делаем, отзовется нам уже в ближайшем будущем. И все зависит от каждого из нас. Я за мир. За добро. За любовь и за процветание человечества.